Дорогие центристы, вот, мы с вами люди серьезные, ответственные, вот, все время за всех отвечаем за чем-то, от этого и страдаем. Но с другой стороны, нам важно, чтобы у других людей все было хорошо, все было правильно, поэтому мы в любой ситуации будем учитывать ее социальный аспект, социальный контекст, да? Когда мы решаем какой-то вопрос, мы всегда думаем про то, как другие люди, как это их коснется, насколько это будет им комфортно или дискомфортно. Да? Вот. И это мышление, оно на самом деле системное. Да? Почему? Потому что мы пытаемся сразу учесть всех участников марлезонского балета. Вот. Потому что часто бывает, представители других типов, они настолько... Одни в себе, другие наружу, что у них вот они пролетают вот этот вот центр, в котором есть сущность дела, да? Зачем мы что-то делаем, почему мы что-то.